Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, мы продолжаем с вами проходить Вора Золотое Издание. Итак, мы с вами продолжаем поиски, продолжаем поиски талисмана Земли. Мы, собственно, закончили с вами в башне Земли, вот, башни воды мы посмотрели, взяли ключ как раз от башни Земли, и вот теперь мы в ней. Фу, так, окей, давайте посмотрим, что здесь за этой дверью. В смысле? Так, допустим. Допустим, в башне Земли мы еще находимся. Коридор какой-то. Так, дубинку сразу выбрать. А, здесь тупик. Здесь тупик. Я, короче, предлагаю как? Обойти все башни. Ебать, мать. Надо было потушить. А второй не заметил. Нормально так. Окей, я предлагаю что сделать. Я предлагаю башни, короче, осмотреть. Ну, если получится, да, все башни осмотреть. А потом уже взяться за башню магов. Ну, за крепость магов. Что, пускай здесь лежат. Они настолько слепые, что нифига, короче, даже не увидели. А, это центральная башня. Ёпте мать. Нет. Идем, короче, тогда в этот. Обратно. В башню Земли. Мы там еще не все смотрели. Вот, предлагаю обойти все башни, короче, и потом с вами уже в крепость этих магов отправиться. Вот. Так, где-то была здесь, короче, лестница наверх. Окей, вот. Так, здесь ходит, да? Тихо. Оп, да, отлично. Так. Чё-то они какие-то все глухие, слепые. Да? Так, куда в тебя... Давай. Давай вот здесь. А, он здесь как раз чувак лежит, и ты к нему иди. Окей. Так, влево, вправо. Еще кто-то есть. Идет. Спрятаться надо. Куда он пойдет? Он развернулся, что ли, обратно? Куда-то сюда пошел. Нормально, стол прям так и стоит. А, этих маховых стрел что-то навалом просто дают. Это где? Тип-тип-тип-тип-тип. Сон ли это? Или как он там говорит? Да. Так, ключей у тебя никаких нет. Да подними ты его, Гаррет, ну. Так, отлично. Так, ходов что-то. Да, смотри, прям столик. И наверх, погоди, а там еще же может быть какой-нибудь проход есть где-нибудь. Я как-то так пробежал вообще. Так, вот здесь я был, здесь я был. Ага, так. Вон оттуда я шел, короче, там лестница. Идем вот так сейчас. Если это по кругу, то по кругу обойдем. Может, здесь какая-то нычка есть, я не знаю. Нам все-таки надо 1800 же набрать, да? 1800 монет набрать. Уж какие-то монеты валяются. А, херушки. Херушки. А, я думаю, что все монеты, все золото будет находиться в крепости магов. Скорее всего.
Потому что там же всякая библиотека вроде, да, там написано было. Ну, по карте, если. Ладно. Так. Где он там? Эй, загадка. Ставьтесь. Загадка. Я человек-загадка. Так, стопы. Где? Он ходит. Дави мудрости, стайся. Ёпти мать, увидел. А их двое. Так, ладно, у меня есть для вас, смотри что. Лоб. Так, минус один. Ага, зелье. Да возьми ты его, Багар, ты чё тупишь-то? Тебе не изменить своей судьбы, вор. Тихо, тихо, тихо. Это чё? Как? А, он меня какой-то хренью. Какой-то хренью меня, короче, облил. Так. Я превращу тебя в залу, негодяй. Можешь убегать. Почему идет именно в мою сторону? На пути твоем, падший. Прятаться во тьму. Он вернулся во тьму. Он вернулся во тьму. Именно. Где ты? Тебе не уйти от неизбежного. Почему именно в мою сторону? Они будут преданы земле, чужак. Тьма не сможет скрыть тебя. Я увижу, как ты истекаешь кровью, вор. Так вот. Он плюнул там в меня, да, опять какую-то хрень? Тебе не скрыться от неизбежного. Он меня не слышит, короче. Я чувствую, бляха! Я думал, он тебя вырубил. Сделал. Так вот. Тебе не скрыться от твоей судьбы. Вот как он меня слышит? Сопротивление бесполезно. Тьма не сможет скрыть. Мне не удастся не думать, что тебе удастся. Так, без сознания, отлично. Какие вообще? Жестят, пацаны, просто жестят. Так. И здесь наверх-то тогда получается, еще выше. Стрелы с веревками. То маховых стрел целая куча, теперь стрелы с веревками пошли. А я теперь понял, для чего стрела с веревкой лежала. Ну, у меня есть свои стрелы с веревкой, ну ладно. Раздают, значит, надо брать. Так. Что-то здесь ничего. Маховая стрела. Люди что-то леха. Сюда, если. Так, ладно. Давай-ка. Так. Запомним, там внизу еще проход. Еще одну стрелу веревкой тратим. Погоди, а нахрена? Это же тоже вот эта вот стена, это же точно, что там, почва или что это? Ребелка. Ништяк. Так. А
там, смотри, стрела, бляха, мне кажется, там какая-то ловушка будет, по-любому. Ладно, была не была. Нет, все нормально. Так, это я заберу. У вас веревка, так. Ключ воздуха. Я почему-то думал, здесь будет талисман. Так, ладно, воздух. Здесь мы пролезем, да? Воздух, хорошо. А, ну, собственно, вот я и залез через нижнюю. Так, погоди, я сделаю вот так вот. Оп. Так, забрать. Потом вот так. Что-то вниз мне надо, да? Оп. Леха. Ну ладно. Надо же чем-то жертвовать. Окей, ключ воздуха. Теперь нужно возвращаться в башню воздуха. Или по всему. Значит, если по такой системе получается, в башне воды мы взяли ключ от земли. Сейчас мы в башне земли взяли ключ воздуха. В башне воздуха мы по-любому возьмем, значит, ключ огня. И в башне огня будет у нас талисман. Логично? Логично. Значит, так. Так тому и быть. Теперь надо выбраться. Теперь надо выбраться отсюда. В принципе, можно было... А, ну нет. Так, разобьюсь. Ну нет, там придется через башню, да, центральную проходить, там. Через эту. Мы пока туда не спешим, нам пока туда не надо. Ну все, в принципе, я у выхода. Так, теперь нужно найти башню воздуха. Так, я в башне земли. А, вообще на противоположной, да, получается, башня воздуха. Ладно. Ладно, ладно. Нужны. Так, это у нас башня огня. Значит, следующая у нас башня воздуха. Тихо, 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 охранник. Откуда? Ничего такого не вижу. У нас еще темница, помните, да? У нас еще места здесь очень много. Откуда здесь охранник? Всех забабахал. Так, ну в принципе, гади-ка. Это что у нас? Это у нас главный вход. А, получается, воздух это вот это. Да, башня воздуха здесь. Ну, идем. Вон, а нет, это вода. Башня воздуха вот. Он больше похоже, да, как-то на эту, на башню той земли тоже какой-то цвет. Ладно. Башня воздуха. И... Тихо-тихо. Так. Водяные стрелы уже кончаются, смотри. Там что такое лежит? А почему ты их не поднимаешь-то, Гаррет? Ну? Че, вырос, что ли? Такой высокий стал? Так, ладно. Что это такое? М?
Газовая стрела. Ни хрена себе, что-то новое. Это газовая стрела. Окей. Так. Так, поверху ходит. По низу по-любому тоже ходит, наверное. Эй, скажите мне что-то. Сказать тебе что-то? Выдал. Выходи немедленно. До меня доносятся звуки. Можешь убегать. Мы хотим остаться наедине. Что ты прячешься, говорит о твоей трусости, чужак. Если ты нападешь, ты ничего не добьешься этим. Остановись и стой. Я уже напал. Тихо, тихо, тихо. Мы наставим тебя на пути истинного исчадия зла. Так, они пока вдвоем стоят, можно, короче, использовать. Вот так вот сделать. Бляха, не ослепил, ну. Как так-то? Твои останки будут преданы земле, чужак. А второй-то куда убежал? Леха! Нет, не покатит так. Я здесь стрелу взял, да и сохранился. Так. Не прокатит. Делаем следующее. Оп. Так, у нас маховых стрел тут целая куча. Раз. Два. Ветер обманул меня. Так, надо пострелять, короче, вот. Вот так вот, знаешь, кусками. Вот так вот. Так, понять бы, где ходят. О, вижу. Так, стоп. И я в тени. Так, как ты пойдешь? Ну, он ходит. Смотри, в угол куда-то. И не пытайся убежать. Ёпти мать, а. Он своего убил, походу. Да тихо ты! Так. Окей. Он ходит, значит... Он сейчас обойдет сюда, вот так вот пойдет вот здесь. И когда вот он будет там, я, короче, его ярдыкну. Так, это тот же, да? А, он второй, да. Да в смысле? Ты чё такой? Ты здесь чужой. В смысле, а чё он такой-то? Чуткий-то. Эй, отц. Хорошо. Кого здесь нет? Минус один, хорошо. Пока можешь. И не думай бежать. Этому чужаку не остановить нас. О, она самонаводящая, эта штука. То, что ты прячешься, говорит о твоей трусости, чужак. Тебе не следовало вторгаться сюда. Ты умрешь. Вечно.
Блин, с двумя магами не могу справиться. Че за дичь? Ну-ка. Да блюха. У меня есть вечность. Я уничтожу тебя. Блюха, меня уже бесит он. Он просто меня бесит. Тебе не удастся уйти от судьбы. Так, нахер. Че сделал-то? Газовую стрелу пустил. У меня есть вечность, чтобы найти тебя. Вечность. У меня зато нет столько времени. И не пытайся убежать. Да ёпти мать, я уже мха здесь накидал, знаешь сколько? И ты меня все равно видишь и слышишь, падла. Как так-то? Оставь. Hasta la vista. Куда он делся? То, что ты прячешься, говорит о твоей трусости, чужак. Пол серии с одним этим кондюхаемся тут. Он скрылся во тьме. Все, я скрылся, да. Стороне. Вечное пламя. Все отлично. Блёха, они такие чуткие, просто жесть. Нахер пошел. Так, ладно, куда мне? Мне, судя по всему, наверх. Я надеюсь, больше таких зоопарта не будет, нет? Это вообще дичь просто. Так, ладно. Лифтяра. Ой, бляха, опять такая штука, да? Смотри, стол. Пустой, правда. Леха ходит. А здесь свет не вырубить, смотри. Везде свет. Леха. Ой. Зелье скорости. Так, а куда? Как он? Куда? Я же по кругу бегу, да? Куда он делся? И хрен с ним. Правильно. Только главное не забыть, когда будем уходить, короче, что тут мы не вырубили одного. Хотя, бляха. Просто убежим и все, если на этом засекет. Так. Ну, судя по всему, вот эта платформа, она будет сейчас ехать, короче, вверх. Угу. Хорошо. Так. А это вниз. Это вверх, а это вниз. Подпрыгиваешь-то. Окей, так. Мы ищем ключ огня, получается. Опа, две платформы. Интересно. Ну, сейчас в нижнюю сначала зайдем, да? Потом в верхнюю. Чё-то я так предполагаю, что это опять центральной башни. Угу. Поэтому нехер здесь сделать. Ну, дверь оставляем открытой, так, на всякий случай. Вот. И выше полетим.
есть, ну раз вот этот выход мы нашли, короче, центральный, значит, здесь недалеко где-то должна быть... Ух, я думал, сейчас разобьюсь. Где-то недалеко должна быть, это... Тихо, успею, нет. Короче, этот, ключ. Ну, я предполагаю, что ключ будет. Возможно, будет талисман, я хэза, как это работает. Может какой-нибудь там, что там у нас? Ну это центральная библиотека. Может, медальон будет этого капитана. Ну, просто если логически подумать, в каждой башне какой-то ключ, значит, ключ огня. У нас только огонь остался, да, в принципе. Ага, какая-то головоломка, да, получается? Так, там наверху какие-то вон штуки, телескопы. Возможно, что-то с ними сделать надо. Просто опустить. Допустим. Опа, закрыто. Так, а обычным этим. Так, а у меня же ключи есть, да, какие-то? Раз. Вон оно, чё? Да, время еще. Раз. Так, сразу отмычку. Отмычка. Давай сразу открывай. Леха! Не успел. Не успел. Так, ладно. Пробуем еще раз. Теперь вот эту золотую квадратную с квадратным рубцом отмычку надо вставлять. Так. Стоять. Давай. Так, открыл. Отлично. Все. И пустой ящик полетел. Окей, ключ огня же, да? Ключ огня. Отлично. Как я мог забыть? Хорошо сохранился, и по новой не надо открывать. Так, тихо. Это бы еще потолок меня раздавило бы. Было бы вообще шикарно. Так, приехали. И теперь просто выбраться надо отсюда. Выбраться и идти в башню огня. Стоит рисковать прыгать, нет? И просто сделать вот так. Смотри, можно в принципе через центральную. Хотя, бляха. Не, нафиг. Хотя нафиг. Центральный еще успеем побывать. Поэтому... Не будем решить, так сказать. Так, где ты там? Ага. Окей. Ну, это последняя платформа, вроде как, да? Ага, здесь он гуляет. Надо просто пробежать. Если он меня, короче, заметит, надо просто убежать будет. Окей. Давай попробуем. Возьми и попробуй. Уничтожить. Сначала догони. Быстрые ноги пиздюлей не боятся, как говорится. Давай. Так,
А я очень сильно тренировался бегать. Можно обратно было бы мох собрать, короче, и в стрелу обратно запихать. Так, отлично. Окей, отлично. Так, ну, в принципе, у меня видос подошел к концу, друзья. Вот. Давайте уже в следующей серии, короче, мы с вами пойдем в башню огня. Вот. Собственно, я думаю, там будет талисман земли, почему-то я так предполагаю. Либо очередной какой-то ключ, либо какая-то, не знаю, что там. Может, ожерелье? Ну, не знаю. Ну, не ожерелье, медальон. Короче, не знаю, посмотрим в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.